Всем огромный привет! Мы вернулись переболевшие, отдохнувшие или отдохнувшие, потом переболевшие, скорее так. И теперь нужен новый отдых. Подхватили ротавирус сначала детям. Они перенесли ротавирус прямо в полете. И если честно, мы вообще не могли себе даже представить, каково это будет и как это будет, потому что, ну, уже отменять рейс или еще что-то было, не было никакой возможности, потому что все было нормально до вот той самой злополучной ночи, когда нам лететь следующим утром. И мы... нам некуда деваться. Соответственно, мы вооружились пакетами. И, в принципе, дорога прошла тяжело, конечно, но могло быть и хуже. Ну, а ротавирус такая болячка, которая, по-моему, никого не оставит. И, соответственно, по очереди переболели мы с Сашей. Сначала Саша, потом я. Я, если честно, до сих пор еще зеленая. Ну вот, меня не покидает чувство тошноты, хотя уже должно было бы по-хорошему все пройти. Я купила себе новый тональный крем Giorgio Armani Luminous Silk, и хочется попробовать вместе с вами, еще не дошли руки. Заказала его из Турции, ну, вернее, находясь в Турции, я заказала его сюда. И думала, ну, представляла, как я на следующий день сразу нанесу макияж. Ну, прошло несколько дней, хочу попробовать. Попробовала его на руке, и мне показалось, что он, знаете, такой суховатый, что ли, а кожа сухая, обезвоженная, потому что я нещадно загорала, знаю, что нельзя, хотя использовала SPF 50. Покажу вам SPF, который брала с собой. Мне безумно понравился стик от Shiseido, безумно удобное нанесение на лицо. И еще такой прикол, да, просто посмеяться. Ну, иногда я наносила его и растирала руками, а иногда просто по-быстрому наносила на лицо. И в какой-то момент вечером я поняла, что я, видимо, везде его нанесла, кроме вот этой зоны. У меня сгорели брови. Ну, они были просто красные. Поэтому я решила сначала в качестве базы под макияж нанести вот этот, ну, это как тоже тональный крем, это тинт от Chanel. Я его не использую. Очень пожалела, что не взяла его с собой на море. Причем я купила его зимой или весной. Весной, по-моему. С мыслями как раз о том, что летом, когда загораешь куда-то в поездку, будет самое то. Но почему-то мне не нравилось, как он на мне сидел. А я давно не была на море, в жарких странах. И я его оставила дома. И взяла другой, более... с более финишным покрытием. А в итоге вообще не могла пользоваться тональным кремом, потому что кожа выглядела как овсяная печенька. Вот с тем тональным кремом нужно было брать этот. А так, особенно на камере, он выглядит как-то из рук вон плохо, потому что он, знаете, такой... ну, он дает какое-то нереальное свечение, при этом он не перекрывает недостатки. Безумно комфортен на лице. Ну, настолько комфортен, что он более комфортный, чем увлажняющий крем. И там, и здесь такие, как сыворотка и вкрапление шариков тонального средства, ну, скорее пигмента, которые в тот момент, когда наносишь, они лопаются и отдают пигмент. Я решила его в качестве базы нанести, чтобы, знаете, в общем, в сухарь опять не превратиться. Мне показалось суховат. Будет обидно. Зачем мне столько тональных кремов? Я сама себе задаю этот вопрос. Но это, наверное, знаете, хобби. И есть люди, чем-то себя балуют. Я себя балую тональными. Не знаю, мне нравится пробовать новые тональные средства. У меня их действительно много. Слишком много, сказала бы я, но я все время ищу не то чтобы какое-то идеальное, я постоянно их меняю в разное время года, в зависимости от того, как ведет себя кожа. То есть, например, когда кожа шелушится, а у меня кожа очень капризная, когда она шелушится, это одни тональные средства. У меня просто здесь такая конструкция, под камерой стоит зеркало, и я забываю, куда смотреть.
Сегодня видео на лайте, я на большее не способна, хотя немного убрала в комнате, потому что планы мои были такие. Приехать в чистый убранный дом, сразу разобрать чемоданы, все так здорово. Но по итогу я приехала в чистый убранный дом и дальше... Ну, занималась, естественно, детьми, потом Саше было плохо, потом мне. И в итоге домом надо заниматься заново. Плюс еще мы, естественно, вошли в режим... Так, зеркало, пожалуй. Поближе. Вроде интересно. По-моему, его не видно на лице. А еще знаете, что со мной приключилось? Я не знаю, что это и с чем это связано. Думаю, наверное, что-то гормональное. Меня жутко обсыпало. И это не аллергия. Я делилась в Инстаграм, что у меня была аллергия на солнце. И у Саши просто сыпь по всему телу. Но она прошла. А это началось где-то, наверное, перед Турцией. Меня начало высыпать вот здесь, но так не сильно. А в Турции безумно и как-то так, более-менее локально. Слава богу, хотя бы не на лице, но, в общем, меня очень сильно высыпает. И такое у меня было один раз в жизни. Было мне, наверное, года 22. Меня очень сильно обсыпала грудь, шею, и вот здесь начала обсыпать. Я не знала, что делать. Сначала думала, пройдет само, а потом обратилась к косметологу. И мне посоветовал косметолог Зенерит. И вот благодаря Зенериту я вылечила эту сыпь. Ну, то есть она прошла и больше не появлялась. Вот сейчас я тоже купила себе Зенерит. Со вчерашнего дня начала использовать. Кажется, что уже как-то получше. Но я решила вас не шокировать, потому что ну, это прям ужас. Очень сильно высыпало. Слушайте, а мне нравится. Но... Вот его вообще не видно на лице. Кстати, видите пигментное пятно, которое я удаляла зимой? Ну, появилось снова. Оно, мне кажется, не таким ярким и в жизни выглядит... Ну, в жизни его особо не видно. В общем, это пигментное пятно, которое я удаляла прошлой зимой лазером. Я это сделала один раз. И... Там мне сказали, что если оно вернется, то нужно повторить процедуру, а я так и не дошла. Так что, наверное, дважды нужно будет сходить зимой. Хотя я сейчас постоянно использую SPF, еще что-то. Ну, видимо, не хочет оно уходить. Так, ладно, я, наверное, быстренько сейчас нанесу дальше макияж сама. И поболтаю с вами уже... Более красиво. Хочу вместе с вами открыть посылку, которую я очень ждала. Она пришла, пока нас не было дома. Это ароматы для дома. Нашла эту страничку в Инстаграм, и мне настолько понравилось описание их ароматов, что я тоже решила попробовать. Мне хотелось хотя бы в нескольких комнатах, а лучше в каждой, чтобы был свой аромат. Для меня аромат дома очень-очень важен. Такая милая упаковка. Ну что, открываем? На самом деле аромат уже есть. При том, что все запаковано и закрыто. Красивая упаковка – это всегда как-то дополнительные баллы к эмоциям при любой покупке. Мне так нравится, когда кладут открытки, какие-то карточки. Я тот еще фанат сладких ароматов, особенно для дома. Каких-то теплых, укутывающих, обнимающих тебя, согревающих. Понятно, что в жаркое время этого не хочется. Я знала, что уже похолодает к тому времени, как придет посылка. Поэтому выбирала более... обволакивающие, что ли, ароматы. И я заказала, получается, два аромадиффузора. Это выглядит так, что вам приходит вот такая вазочка с названием аромата, наполнитель и палочки. Также совсем не обязательно наливать ароматическую жидкость в родной флакончик, в родную баночку. Я заказала один рефил для того, чтобы налить его в вазочку. У меня и вазочка маленькая есть, и палочки. Поэтому налью туда. Получается даже немного бюджетней. Но
Здесь и флакончики настолько красивые, мне так нравится оформление, оно простое, стильное, лаконичное. Скажу, какие ароматы заказала. Значит, я заказала gingerbread, имбирный пряник. Наверное, это по названию более новогодний аромат, но я так люблю этот аромат, когда холодает. Ну, сейчас попробуем, я еще не открывала. Это что-то невероятное. Это невероятный аромат, как я рада, что я заказала два флакона с рефилом, потому что это именно тот аромат, который я хотела. Я даже не ожидала, что он будет настолько потрясающим. Если вы пробовали аромат Монталь Chocolate Greedy, это один в один. У всех разный аромат, восприятие аромата этого. Кто-то считает, что пахнет свежей выпечкой, кто-то, что просто печеньками. Саша говорит, что это аромат печеньки Орео, но это что-то то самое, что создает какое-то невероятное ощущение уюта, и тебе хочется приходить в дом, особенно когда на улице похолодало, слякоть, ветер, какая-то промозглая погода. А дом укутывает тебя своим теплом и нежностью. Блин, это просто космос. Для меня это однозначно аромат прихожей, потому что именно это место встречает нас, когда мы заходим в дом. Здесь одновременно собирается несколько человек, мы все несколько раз в день там находимся. Хотя, по логике, наверное, это больше аромат, подходящий для кухни, но лично для меня это только прихожая. Прошу прощения за голос, я сейчас поняла, что у меня заложен нос, но это все связано с болезнью. Так, аромат Sugar. Здесь в нотах шафран, серая амбра и еловая смола. Это тоже невероятный аромат. И мне кажется, он очень круто подойдет для гардеробной. Это унисекс аромат. Он, знаете, это не сладкий аромат. То есть это аромат сладкого, какого-то жженого сахара. Но он настолько дорогой. И это поистине парфюм для дома. Никаких, знаете, дешевых ароматов, которые часто встречаются в аромадиффузорах для дома. Это именно аромат настолько потрясающий. Я не могу сказать, какой из них лучше, потому что они оба фантастические, но они совершенно разные. Это не сладкий аромат. Это обволакивающий, взрослый. И такой аромат вообще можно наносить на себя. И мне кажется, что когда его услышит мой муж, он спросит, что это за парфюм, потому что он бы с удовольствием пользовался им сам. А я такие ароматы на себя обычно не наношу. Я предпочитаю что-то более женское. Но этот аромат, который может носить на себе и женщина, но он будет принадлежать дому. Он тоже фантастический. И он по-настоящему... Блин, я не знаю даже... Такое ощущение, что вы пришли в какой-то очень-очень дорогой бутик, и там пахнет как-то всем и сразу. Здесь не заявлена нота кожи, но мне кажется, что отчасти я даже слышу ее. Так, и самый лайтовый аромат, я выбрала его для ванной. Посмотрим, ну, по названию самый лайтовый, я не знаю, еще не открывала. Это груша и фрезия. Мне хотелось чего-то такого в ванную комнату. Кстати, мне очень приглянулся по описанию аромат, по-моему, морская соль назывался, но попробую как-нибудь обязательно. Это действительно самый лайтовый аромат, который вряд ли может кому-то не понравиться. Он игристый, игривый, и он тоже, несмотря на то, что фрукты и цветы, он какой-то не попсовый, что ли. Есть и кислинка в нем. Он не приторно сладкий, как бывают ароматы груши или персика. В нем нет какой-то сладости, в нем есть звонкость.
очень классный. И для ванной комнаты, наверное, самое то. Также, мне кажется, он отлично бы уместился на кухне или в гостиной. Потому что у нас гостиная, она неуютная. Она больше такая, знаете, звенящая, где собирается много людей, если приезжают гости. Я бы поставила его либо в гостиную, либо в ванную комнату. И также в спальне, если вы любите такие ароматы. Если честно, эта посылка, она не просто оправдала мои ожидания, я ожидала от нее меньшего. Вот не зря я обратила свое внимание на этот бренд. Оставлю ссылку в Инстаграме. Переходите, там, кстати, есть разбор по нотам. Разные есть размеры флакончиков, соответственно, разная стоимость на разную площадь помещения. У меня это емкости по 125 мл, ну, баночки, а сами жидкости по 100. Планы поменялись, и мы с Ульяной вышли на прогулку. Я потом попозже вернусь к вам. Настоящая осень, настоящая осенняя погода. Наш конь с Пикачу. Давай, я его покачу, у тебя же руки мерзнут самокатом. Нас волонтеры отреставрировали золотую рыбку. Долго я видела, как они это делают. Конечно, жутко кропотливая работа. Но она явно стоила того. Красиво, да? Мы с мамой решили пойти на Валбрис, чтобы забрать ее там платье и каблуки. Каблуки? Мы пришли, идем. Вон. Мы уже, в принципе, почти пришли. Здесь разные растения. Вон цветочки. Давай, это дорога. Так. Давай, телефон. На. Ну что, я снова с вами, и сейчас хочу рассказать про наш отдых, а именно про отель. Многие просили сделать мини-обзор на отель, прям по месту сделать этого не получилось, потому что мы болели. Разболелись в тот момент, когда я все собиралась снимать, но расскажу здесь о своих впечатлениях. И что главное для меня при выборе отеля, это две вещи. Первое, конечно же, это вход в море и песчаный пляж. Он должен быть комфортным, я выбираю песчаный пляж, потому что мне больно заходить в море по камням, дети этого тоже не любят, и здесь самое главное читать отзывы на Booking или еще где-то, потому что отели часто указывают песчаный пляж, но тем не менее вас будет ожидать нечто совсем другое, так же, как и указывают первая линия, а по факту это может быть очень далеко, совсем не первая линия, то есть если для вас это важно. В отзывах все подробно всегда написано, это можно без проблем почитать, и мы, когда ехали туда, понимали, что нас ждет песчаный пляж, но не совсем, там при входе мелкая галька. А, кстати, отдыхали мы в отеле Альвадонна Эксклюзив, и Эксклюзив — это название отеля, который находится в Белеке. Есть еще два отеля с другим названием, Альвадонна что-то, которые находятся в других городах, мы отдыхали в Белеке. И там сразу при входе начинается глубина. С маленькими детьми, вот прям с очень маленькими, возможно, это будет неудобно. С детьми моего возраста мне даже понравилось больше, чем плавный заход в море, потому что как-то море более чистое, там действительно сразу глубина.
Быки достаточно близко, плавали с надувашками. Я их вожу всегда из дома с собой, вожу обратно, сдуваю, не покупаю на месте, потому что, ну, в Турции они обычно стоят как-то слишком дорого, особенно если на территории отеля. Сам отель очень большой, состоит из большого количества корпусов. И поехала ли бы я туда еще раз? Наверное, нет, именно по этой причине слишком много людей. То есть в отеле 700 номеров, если посчитать, что минимум приехали по 2 человека, то это уже 1400, потому что он был заполнен полностью. И когда ты приходишь на вечернее мероприятие, ты понимаешь, как много здесь людей, людей действительно много. Это не вызывает дискомфорт в том плане, что не хватает лежаков или есть какие-то очереди в ресторане? Нет, совсем нет. Даже если ты подходишь к какому-то месту и там стоит 5 человек, это буквально занимает 30 секунд. Ты получишь то, что хотел, шведский стол, но в этом отеле я знаю, что в других, в некоторых отелях все по-прежнему, ты ходишь, шведский стол, накладываешь себе еду. В этом отеле в связи вот со всей этой ситуацией еду тебе накладывают в тарелку, ты показываешь, что хочешь. В принципе, мне так даже больше нравится, еда закрытая, нет такого, что мухи или еще что-то. По поводу еды вообще все замечательно, голодными вы точно не останетесь. Конечно, это не супер вкусно, потому что ты понимаешь, в каких масштабах это готовят, но вкусно, всегда можно найти, что поесть. Большое меню, отдельный зал, детский. Мы, кстати, все время завтракали, обедали и ужинали там. Там более тихо, более спокойно, наверное, все не идут туда, потому что боятся, что там дети, а на самом деле там гораздо тише, спокойнее, обычно прохладнее, там как-то сплиты работают лучше. И очень удобно взять еду детям, также есть блендер там для совсем маленьких детей, йогурты можно взять, Ульяна подсела, там молочко, которое, ну, типа нашего чуда, клубничное, молочное, ванильное, и вообще все отлично. По поводу еды у меня никаких претензий нет, и я понимаю, что отравиться там невозможно, а вот подхватить ротавирус это легко. И получается, что мы со многими разговаривали, и очень многие его подхватили, но он, собственно говоря, везде. Там, где море, и там, где много людей, а самое главное, там, где много детей. Детей в отеле было очень много, сентябрь месяц, Лизиных сверстников мало, это понятно, потому что учебный год, а с маленькими детьми много. Отель действительно семейный. Контингент, если честно, странный. Я с таким столкнулась впервые. Есть люди, блин, представители нашей Раши, и меня это безумно парило, и мне было жутко некомфортно. Их немного, но они были, и именно, наверное, по этой причине я бы не хотела снова приехать в этот отель. Не знаю, почему так. Может быть, потому что слишком много людей. Может быть, так совпало, даже не знаю. Но мы много раз приезжали в Турцию и с таким вообще не сталкивались. Номера очень комфортные, сплиты работают отлично. Что касается выноса еды из ресторана, если вам что-то понадобилось, допустим, в номер, ребенок себя плохо чувствует, у нас Ульяна заболела также в середине отпуска, нельзя вынести еду из ресторана, но можно позвонить в гест-сервис, и тебе принесут все, что ты попросил, в номер с тарелкой, вообще никаких проблем. В отношении вот сервиса также вообще никаких проблем, все очень понравилось. Развлекательная программа мне больше чем достаточно, если вы хотите более веселого какого-то клубного отдыха, более взрослого, то это совсем другие отели, это отель для там 18+, или что-то другое, это именно семейный отель, все развлечения заканчиваются в 12, и, кстати говоря, у нас там, где находился наш номер, очень-очень тихо. Я когда приехала в Ростов, поняла, что у нас гораздо более шумно ночами, чем там. Несмотря на то, что вовсю дискотека, играет музыка, сначала мероприятие, по-моему, в 9:30 или в 9, или в 9:30 начинается в амфитеатре, а потом
после его окончания переносится в один из баров. Там в один вечер было караоке, в другой вечер песни, ну, в общем, какие-то такие мероприятия, музыка. И это все до 12. И несмотря на то, что музыка играет, мы находились в номере и вообще ничего не слышно. Но если выбирать, ну, если вам попадется номер, который находится ближе всего к морю, то там будет слышно, я думаю, все. И это будет уже не так комфортно. Отель состоит из двух корпусов, старого и нового. Мы жили в старом корпусе, и, если честно, я не пожалела об этом. Там сделан ремонт, все отлично, все замечательно. Единственное, что видно, что первоначальный ремонт сделан в другое время. Это видно по каким-то мелочам, по самим дверям, по ручкам на дверям. В общем, в таком плане нет какого-то неприятного запаха в отеле, там, старого или еще чего-то. Все отлично. Новый корпус, конечно, гораздо более красивый. Он очень стильный. Там, ну, просто все супер стильно, но одно но. Если вы живете в новом корпусе, он находится через дорогу. И, соответственно, вы по мостику переходите из старого корпуса в новый. И ходить в ресторан на море гораздо-гораздо дольше. Ну, действительно, гораздо дольше перейти сначала из нового корпуса в старый корпус, а потом уже пойти к морю. Из старого же корпуса все просто в шаговой доступности. Очень как-то все компактно расположено, добраться везде легко, быстро, ты совершенно не устаешь, несмотря на то, что мы, получается, жили в самой дальней части старого корпуса. И еще такой момент, там можно заблудиться, и абсолютно все, кто приезжают, включая и нас, первые несколько дней уезжают не на тех лифтах. В корпусе, в одном, там, по-моему, 4 или 5 лифтов, которые ведут вас к своему номеру. И поднявшись не на том лифте, вы уже в свой номер не попадете, придется возвращаться опять на нулевой этаж и оттуда переходить в другой лифт, искать свой, и все путаются безумно. Там прям лабиринты, но быстро запоминаешь и уже потом ориентируешься в пространстве. В целом нам отдых понравился, я очень люблю такой вид отдыха, когда ты путешествуешь, ходишь, смотришь на достопримечательности, но это все несколько другое, и никакой загородный отдых или еще какой-то не заменит море, потому что море — это что-то особенное. Море — это море, особенно детям. Так как в прошлом году в Новороссийске мы больше ходили, путешествовали, гуляли, то самого моря мы вообще не почувствовали. А вот именно так — это такой полный релакс и тюленей отдых. SPF, который я брала, вот они. Во-первых, это La Roche-Posay детский для всей семьи, 50 SPF, но я оставила его там, он закончился. И хочу показать еще вот эти, которые привезла с собой обратно. Вот этот обалденный. Купила его там, потому что уже хотелось загорать посильнее. Взяла 15. Мне он так понравился. Он очень быстро впитывается, очень легко распределяется. И если у нас продаются такие, то в следующий раз куплю у нас. Если нет, то где-нибудь на пляжном отдыхе буду его выискивать. Вот этот Lancaster, он, конечно, классный. Все у него хорошо. Единственное, очень маленький тюбик и очень дорогая цена. Я бы не взяла его для лица в следующий раз. А вот этот, да, потому что вот этот гораздо удобнее, и именно про него я говорила. Это прозрачный стик с невероятно приятным ароматом. Все его оценили, в том числе муж. Сейчас покажу. Он выкручивается и наносится на лицо буквально одним движением. Очень быстрое, легкое нанесение, он прозрачный, его не нужно растирать, чтобы не было никаких белых полос, и он просто классный. Кстати, хватает надолго, даже иногда, чтобы побыстрее было, я там чуть-чуть мазала Ульяну, Лизу где-то, вот руки или еще что-то, обновляла SPF, но, конечно, для тела использовать такую малышку особо не получится. Так что если выбирать SPF для лица именно на море, я бы выбрала вот этот. А Lancaster я бы использовала где-то в городе или, может быть, в горах, вот так в качестве защиты. Но, в принципе, если тональный крем с SPF, то, наверное, их смысла особо не имеет. Я, если честно, этим пренебрегаю, хотя, наверное, зря. Но на этом буду заканчивать свое видео и побегу менять постельное белье, заниматься домашними делами. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока!